Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 сентября 2020 года, и я продолжаю мини-концерты нашей замечательной ожившей поэзии. Сегодня вы услышите такие композиции. Это осень. На слова Владимира Лугового, музыка Геннадия Гладкова из цикла «Любимые песни ожившей поэзии». Далее «Я приду к тебе однажды», слова Галины Воленберг, музыка исполнения Самойла Абрамовича. На стихи Ларисы Рубанской «Опять в саду олеют грозди». На стихи Александра Пушкина «Ты, Богородица моя». Все композиции, музыка для всех композиций исполнения везде Самойл Абрамович, за исключением первой песни. Старая, очень старый романс на музыку Геннадия Гладкова. Итак, начинаем наш 107-й мини-концерт ожившей поэзии, который я и назову в честь этой замечательной песни. Это осень, это осень. Сейчас я звук включу. На стихи Владимира Лугового, музыка Геннадия Гладкова, композиция называется «Это осень» из цикла «Любимые песни ожившей поэзии», видео из интернета, исполнение Самойла Абрамовича. Это осень, к нам с тобой сошла с картины лёд и нитью полтины, вновь связала нас. День прозрачный, план света золотого, на меня ты смотришь снова, как последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень, нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как последний раз. Если любишь, как в последний раз, может, завтра суждено вновь расстаться, может, сказка продолжаться вовсе не для нас. Тает в небе треугольник журавлиный, горят рябины, как последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень, нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как последний раз. Если любишь, как последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень,
нам дает наказ. Грустно, грустно, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как последний раз. Спасибо за внимание. С вами был Семен Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт» — это осень. Видео из интернета. Друзья, послушайте мою новую песню, которую я написал на слова Галины Воленберг. Песня называется «Я приду к тебе однажды». Музыка исполнения Самуила Фромовича. Закружились листья в танце, листопад, а в глазах моих тревога, ты не рад. Сквозь осенние туманы и дожди я приду к тебе однажды, только жди. Сквозь осенние туманы и дожди я приду к тебе однажды, только жди. Стукнув дверь осенью, ты впусти, отзовется где-то эхом, и прости, и слезинки по окошку от дождя. Знаешь, очень было плохо без тебя. И слезинки по окошку от дождя. Знаешь, очень было плохо без тебя. Снова осень, небо в тучах, холода. Для меня ты самый лучший навсегда. Я о прошлом не жалею, лишь грущу и тебя в дождях осенних все ищу. Я о прошлом не жалею, лишь грущу и тебя в дождях осенних. Закружились листья в танце, листопад. Если встретимся, я знаю, будешь рад. Я душе твоей тихонечко прильну. И поверь мне, никуда я не уйду. Я к душе твоей тихонечко прильну, и поверь мне, никуда я не уйду. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фромович. Послушайте новую музыкальную поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Ларисы Рубальской «Опять в саду олеют грозди». Музыка исполнения Самуила Фромовича, видео из интернета и сцепляющая поэзия. Опять в саду
твоей грусти, как подобает сентябрю. Ты был моим недолгим гостем, но я судьбу благодарю. Мы были оба несвободны, надо мне говорить. Не связала нас на годы судьбы запутанная нить. С той далекой ночи нашей ты совсем не стала старше. Глаза глядят серьезней, а в улыбке грусти след. С той далекой нашей ночи изменился ты не очень. Хвосты зим прошло морозный и сто грустный лет. И тучи молнии мелькнула, улетела в жизнь, и ее обожгла. Нет, судьба не обманула, она нас просто развела. Но все всегда идет по кругу, как предназначено судьбой. И не свободны друг от друга все эти годы мы с тобой. И не свободны все эти годы мы с тобой. Спасибо за внимание. С вами был Самойлов Фромович, музыкальная композиция «Экспромт». Настите замечательную поэту с Ларисой Рубанской. Опять сотву аллеют грусти. Видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого Александра Сергеевича Пушкина. Композиция называется «Ты, Богородица моя». Музыка исполнения Самойлова Фромовича, видео из интернета из цикла «Жившая поэзия». Ты, Богоматери, нет сомнений, которая красой приняла только Дух Святой. Мила ты всем без исключения, ты, Богоматерь, без сомнения, не та, которая красой пленила только Дух Святой. Мила ты всем без исключения, не та, которая Христа
братина, не спросясь супруга, есть Бог другой земного круга. Ему послушна красота, не та, которая Христа родила, не спросясь супруга. Есть Бог другой земного круга, ему послушна красота. Он Бог порвите было мура, и мучись ему тешили я. Он без тебя, ты мать Амура, ты Богородица моя. Он Бог порвите было мура, и мучусь, и утешен я. Он весь тебя, ты мать Амура, ты Богородица моя. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Хрумович, музыкально-поэтическая композиция «Экспромт». «Ты Богородица моя», стихи Александра Сергеевича Пушкина, музыка исполнена Самуила Хрумовича, видео из интернета. И на этом, друзья, я заканчиваю. Это был 107-й мини-концерт нашей замечательной ожившей поэзии. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, до новых встреч.